Ароматные и такие аппетитные пельмени. Традиционное и всеми любимое блюдо русской кухни теперь появилось в школьных столовых Подмосковья. Дети заказали, дети получили. Чем подкрепляться на переменах, спросили почти у 900 тысяч учащихся региона. Чтобы проконтролировать качество питания, в 10-ю видновскую школу выехали представители администрации, члены партии «Единая Россия», депутаты. В меню вошли пельмени. Была заявка от родителей и школьников о том, что хотелось бы, чтобы в обеденном меню были пельмени. И вот уже не первую неделю в школьном меню по пятницам появляются очень вкусные, качественные, мы сегодня в этом убедились, пельмени. И для малышей достаточно внушительная такая порция. Красивые такие пельмени, маленькие. Пельмени очень качественные, да, специально допущенные для детского питания, так что здесь строгий контроль. Тонкое тесто и вкусная мясная начинка. Пельмени производятся на одном из подмосковных комбинатов по всем правилам и ГОСТам. Это серия «Кроха», предназначенная именно для детского питания. Пельмени приготовлены без специй. Вот, фарш свинина, говядина и курица. То есть отсутствует все то, что запрещено в детском питании. Гости продегустировали не только новинку в меню, но и весь комплексный обед. Поставили оценку организации питания на едином школьном портале и пообщались с родителями учеников. У Надежды Анечкина здесь учатся двое детей, и женщина регулярно в рамках формата «Родительский контроль» сама проверяет качество блюд в местной столовой. Кто-то еще из родителей интересовался о качестве питания в школе, объемом порции, приходил? Да, приходили, смотрели. Проблем не было. Всегда теплая еда, всегда все очень вкусно, по-домашнему. Ну а главные герои этого школьного фуршета даже не скрывают свою детскую радость. Как вам пельмени? Вкусно. Вкусно, очень. Вкусно. Пельмени у нас дома большие, а здесь маленькие. Вы, может, маленькие вкуснее? Да, они вкуснее как-то. Убедиться в этом теперь может каждый школьник Подмосковья. Пятница – официальный пельменный день. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.